Посвящение молодых специалистов в нефтяники стало доброй традицией в нефтяной компании «Роснефть» и неотъемлемой частью корпоративной культуры. В этом году общество «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» приняло в свои ряды 12 молодых людей, недавних выпускников вузов. Вы, я думаю, что с первого дня ощутили, насколько реальная работа отличается от учебы в университетах. Понимаете, где вы работаете, я думаю, что историю «Сахалинморнефтегаза» наверняка уже изучили, не буду здесь много по этому поводу распространяться. Но история – это, как минимум, это опыт. А опыт – это то, что позволяет смотреть уверенностью в будущее, то, что позволяет реализовывать какие-то планы, планы эти создавать. Поэтому вы должны осознавать, что предприятие, где вы работаете, оно не только 125 лет истории насчитывает добычу на Сахалине, но и то предприятие, которое с уверенностью смотрит в будущее. Предприятию важны целеустремленность и энергия вновь прибывших на производство, ведь деятельность сотрудников выходит за рамки производства добычи углеводородов. Активность специалистов, необходимая в общественной жизни. «Роснефть Сахалинморнефтегаз» проводит спортивные мероприятия, является одной из крупнейших спонсорских организаций островного региона. Поэтому путей для самореализации у молодых специалистов много. Нефтяник – это не просто профессия, нефтяник – это образ жизни. Поэтому, что бы ни случилось, нефтяником ты остаешься всегда. И те навыки, которые получаешь, работая в этой отрасли, они всегда нужны в жизни. Даже вот какие-то там консультации проходят, в курсе событий, знаешь что, то есть живешь вот с нефтяниками вместе. Город нефтяников, поэтому просто не быть нефтяником здесь нельзя. Что я хочу вам пожелать? Вам повезло, что вы попали в такую компанию. Вам есть чем будет гордиться. Вам есть у кого перенимать опыт. Это очень многого значит. Шансы у вас и возможности в Сахалинморнефтегазе предостаточно, лишь бы вы не опускали руки и, встретившись с трудностями, не расстраивались. Возможности в Сахалинморнефтегазе есть не только трудиться и проявлять свою инициативу и показывать, на что вы способны и чему вы научили в институте, но и активно участвовать в жизни коллективов. Обряд посвящения традиционно подразумевал помазание нефтью. В этот раз молодым специалистам пришлось испачкать в сахалинской нефти свои руки. После чего недавние выпускники вузов приняли присягу на верность выбранной профессии, дали клятву нефтяника. Наращивать потенциал знаний. Наращивать потенциал знаний. Повышать профессиональный уровень. Повышать профессиональный уровень. Руководство общества «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» возлагает большие надежды на молодое поколение нефтяников. За ними будущее. Именно им предстоит развивать достигнутые успехи нефтяной компании «Роснефть».